Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала. Сегодня 11 января 2022 года. Мы находимся в теплице, в Сайраме. Можно сказать, в гостях у нашего агронома Паши Гамидова. Вот здесь вот были высажены огурцы. Ну, как вы видите, на всей площади теплицы. Но вот этот участок, он находится в центре теплицы. Если посмотреть туда и туда, то мы видим, что дорожка идет вверх. То есть, как там. То есть вот это место, вот эта вот зона, она получается самая низкая в теплице. И, как утверждает Паша, это место получается самым холодным здесь в теплице, потому что, как мы знаем по закону физики, горячий или теплый воздух, он поднимается выше, на более вот высокие участки, а холодный воздух, он вот сюда отпускается, в центр теплицы, где такая, можно сказать, низменность. Соответственно, в этих условиях огурцы чувствуют себя намного хуже, чем на других участках. И поэтому перед нами возникла такая задача интересная — испытать вот этот препарат Теренова, его эффективность. Постараемся при помощи этого препарата улучшить, можно сказать, качество жизни вот этих вот растений, которые в не очень хороших условиях оказались. Вот на этом участке вот будет применение Теренова. Будем применять этот препарат стабильно раз в неделю. А следующая секция мы вообще не будем применять препарат Теренова и посмотрим, какая же будет разница в развитии. Ну, в принципе, пока, как вы видите, растения в одинаковой фазе, то есть питание здесь и все остальное вот, макро-микроэлементами идет одинаково. Сегодня будет у нас первое применение 11 января, и каждую неделю мы будем применять этот препарат Теренова. Первое, кстати, применение мы будем давать всего 5, из расчета 5 литров на гектар. В дальнейшем, как растение будет развиваться, будет потребление выше у него, будем увеличивать дозу внесения этого удобрения. Сегодня 18 января, мы сейчас находимся в той части, вот в холодной части теплицы, которую ранее вам показывали, и второй раз будем уже обрабатывать, ну, проливать этот именно пролет корневым стимулятором Теренова, стимулятором роста корнеобразования. Раствор уже приготовили, как видите, пролив идет. С нашего предыдущего применения прошла неделя. Растения за неделю немного подросли и вступили в фазу цветения. То есть полноценное везде цветение идет. Ну, конечно, пока какие-то выводы рано делать по сравнению вот с этим участком и контрольным, где Теренова не применяется. Поэтому будем продолжать вносить это удобрение, записывать видео, следить, сами будем отслеживать, какая будет разница в развитии, и показывать вам. Сегодня 26 января, мы находимся в холодной части теплицы, где заложили опыт по применению улучшителя почвы Теренова. Раствор уже приготовили, и как видите, сейчас пролив уже идет. Ну, как видите, с прошлого применения, да, на той неделе мы здесь были, растения, конечно же, подросли. Уже вот огурчики висят, то есть растения себя хорошо чувствуют, плоды не сбрасывают, пока все нормально развивается. Конечно, будем дальше следить, через неделю еще обработку будем делать, и, конечно, нам нужно будет зафиксировать, когда же начнется плодоношение на этом участке и на той секции, где мы Теренова не применяем, но тоже она вот здесь вот рядом, в холодной части теплицы, и будем сравнивать эффективность. Нам, конечно, самое главное сравнить, когда вступят в фазу плодоношения наши растения здесь и там, и первые сборы по весу, где будет больше. Сегодня 1 февраля, мы находимся в холодной части теплицы, где заложили опыт по применению улучшителя почвы Теренова на растениях огурца. Четвертое применение у нас сегодня проводится. Как видите, раствор уже готов. Смотрите, растения некоторые доросли до шпалеры. Как видите, листья крупные, темные, как все нормально. Растения не сбрасывают плодов. Завязи уже есть, вот можете посмотреть везде. Ну, конечно, здесь уже, как вы видите, судя по размеру огурца, через пару дней будут сборы. И вот наш контрольный участок без применения Теренова, тоже холодная часть. То есть, ну, они смежные, рядом. Видите, растения чуть поменьше, плоды, да, тут намного меньше, то есть, ну, есть там чуть покрупнее, но в общей массе плоды меньше и тоньше.
То есть та секция у нас идет с опережением. Ну, когда будет первый сбор, мы будем все фиксировать, даты, масса сборок, сколько килограмм мы там соберем, сколько килограмм здесь будет собрано. Постараемся все это фиксировать, записывать на видео и показывать вам. Сегодня 8 февраля. Мы находимся вот в этой холодной части теплицы, где заложили опыт по применению улучшителя почвы Теренова. Сегодня уже у нас пятое применение по графику. Как видите, растения уже вот высокие. 4 раза мы уже на этой секции через корень проливали этот улучшитель почвы, стимулятор корнеобразования. И вот эта секция контрольная, да, где мы не применяли, вот контрольная, без применения Теренова. Сегодня, как вы видите, уже есть, да, товарного размера огурцы, поэтому будет произведен сбор массовый. И все это будет фиксироваться через весы, все взвесим и результат вам покажем. Но мы дальше будем продолжать применять на той секции Теренова. Раз в неделю, как мы до этого вам показывали, будем применять. И несколько сборов подряд будем фиксировать, записывать, чтобы нам можно было понять, какую эффективность этот стимулятор, этот улучшитель почвы показывает. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала. Сегодня 9 февраля. Будет сегодня произведен второй полноценный сбор плодов. Вот здесь мы находимся в холодной части теплицы, где заложили опыт по применению улучшителя почвы Теренова. Еще раз покажу. Раз в неделю мы здесь обрабатывали. Как видите, товарного размера плоды висят. Это все сегодня будет собираться. Так, и здесь у нас контрольная секция. Без применения Теренова. Тоже плоды висят. Ящики уже готовы для сбора. Все это сейчас после сбора будет взвешиваться, фиксироваться. В таблицу все внесем и вам покажем. Спасибо за внимание. Такие промежуточные результаты мы получили с наших опытных секций после 10 сборов урожая. 301,6 килограмма секции, которую мы каждую неделю проливали Тереновой, и 271,9 килограмма с нашей контрольной секции. Получается, что наша опытная секция дала на 11% больше урожая, чем контрольная. Это отличный показатель, очень хороший промежуточный результат, и мы продолжим наш опыт, продолжим еженедельно проливать наши растения и фиксировать каждый сбор урожая.